Богданова Ирина Викторовна родилась в Москве, окончила Московский архитектурный институт. С 1989 года профессионально занимается живописью, дизайном и архитектурным проектированием. Участвует в художественных выставках и в архитектурных международных конкурсах. Является лауреатом Всемирного биеннале «Интерарх». Начиная с 2015 в роли куратора создает ряд успешных выставочных проектов. Основные живописные жанры – городской пейзаж, натюрморт. Автор работает преимущественно в технике многослойной масляной живописи, соблюдая исторически сложившиеся технологии письма, что способствует длительной сохранности первоначального качества живописного слоя. Этот же традиционный подход к написанию картин переносится на работы с современным звучанием. В городских пейзажах автор не прибегает к ограниченной стилистике. Они могут быть лаконичными, на грани с абстракцией или обретать жанровую окраску, превращаясь в сюжеты из жизни. Thank you.
Thank you.
Thank you.